Начинается крестный ход. С иконы Казанской Божьей Матери. Младенец радощи ли во чреве мое, и блаженна вера в шея, яко будет совершение глагола на мне от Господа, и рече Мария, величи душа моя Господа, и возрадовайся дух мой о Бозе, спаси мое, яко презрено смирение рабы своя, все бо отныне ублажат мя сирой, яко сотвори мне величие сильное и святое имя Его, прибыше Мария, с нею яко три месяцы, и возвратися в дом свой. Слава тебе, Господи, слава тебе! Подумаемся в церкви! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолимся в церкви. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолимся в церкви. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Есть святая Богородица, спаси. Отцу и Сыну и Святому Духу, спаси от ветра, ты Твоя Богородица, ко Святому Божию к Тебе прибегаем, яко не нашли тени и представительству. Oh!
Пресной Деве Марии, умиление сердец наших, помолимся. Пресвятая Богородица, спаси нас, Царице моя преблагая, Надежда моя Богородице, приятели счастливы, исправных предстательницы, скорбящих радости, обидимых покровительницы, слыши мою беду, слыши мою скорбь, помози мне, яко небожну, покорми меня, яко Ярославскому и Ростовскому, Спаса Яковлевы, Дмитриевы, обители священного Архимандриту, и господину нашему, неосвященнейшему Вениамину, епископу Рыбинскому и Даниловскому, и святу Успенский, Адриановы, Пушеховские, обители священного Архимандриту, так сею и Бога спасаемую Пасхою, Бога храними, державе нашей России, во всем воинству и народу ее, настоятелю святого храма сего Святому, Бога Ирию Григорию, Святому, священному Архимандриту Михаилу, всему освященному собору, всем сетвушающимся, поющим и предстоящим людям, и всем православным христианам, подашь, Господи, благоденственное мирное житие, славие же и спасение, и во всем благое поспешение, и сохрани нам Бога.
много лет, а много лет, сотвори, Господи, даруй, Господи, много лет, а много лет, а много лет, Кирие, Элейсон, Христе, Элейсон, много лет, а много лет, а много лет, братья и сестры, от лица всех нас разрешите, Владыка, поздравить вас с этим особо праздничным днем, в теме которого празднование посеял отец Павел, плоды, на лицо. Мы благодарны отцу Павлу за то, что нас приучил почитать Божью Матерь в ее чудотворном образе, и мы вам достойно есть. И в этот день, когда мы от любви своего сердца приносим слова благодарности и молитвенные поклонения совершаем перед образом Царицы Небесной, пожелать вам, Владыка, помощи Божией, покровительства Божьей Матери в деле вашего архипастырского служения, чтобы вы право правили слово истины и спала и кудесно. Спасибо, Господи, дорогой отец Григорий, дорогие отцы, братья и сестры, я хочу хотим всех вас поздравить с праздником. Иконы Божьей Матери достойной есть, которые, как сказал отец Григорий, что приучил нас отец Павел, потому что кто с ним общался, все стремились посетить Верхненикольское в этот день, помолиться вместе с отцом Павлом. Еще мы часто ездили на его именины, и, конечно, это осталось в сердцах наших. И мы благодарны тому еще, что мы имеем этот чудотворный образ Божьей Матери, наряду с другими чудотворными образами, потому что такова милость Царицы Небесной, что она своими чудотворными образами покрывает нашу землю. Возможность помолиться перед образом Божьей Матери, попросить, поплакать, попросить, чтобы она укрепила нас в вере, потому что это тот драгоценный дар, через который мы можем получать от Бога помощь, благословение. И пусть покров Царицы Небесной пребывает над нами, и мы как можно чаще будем прибегать к Божьей Матери, и все свои нужды, печали, болезни поверять ей, просить и, конечно, стараться любить ее возлюбленного Сына, Господа нашего, и своей жизнью показывать, что мы христиане, что мы любим Бога, что мы любим ближних, что сердце наше открыто, что мы доверяем Христу, стараемся впитать свое сердце заповеди Божьи и стараться жить по заповедям Божьим. Не столько говорить, сколько поступать. И даже о своих ближних, о которых, наверное, часто сердце наше переживает, поверять это Богу, Божьей Матери, чтобы и покров, и молитвы укрепляли каждого из нас на нашем жизненном пути. Пусть покров Царицы Небесной пребывает над всеми нами. А я бы хотел особо поблагодарить и отца Григория, и отцов, отца Михаила, отца Павла, отца Георгия, и вообще всех вас, что мы можем, что мы собираемся здесь, что мы совершаем это торжество, потому что этот праздник достоин того, что мы торжественно отмечали, и за этот праздник, за торжество, за организацию, низкий поклон и благодарность вам, что вы собираетесь вместе, совершает эту общую молитву с образом Царицы Небесной. С праздником! Спасибо!
Михайлович.